Социальные проекты в России явление нечастое, оттого и очень востребованное. Вот и в Приморье администрация края вместе с крупными и средними игроками розничного бизнеса запустили полезную программу. Теперь ветераны труда Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также инвалиды могут получить специальную карту, дающую некоторые бонусы при тратах своих доходов. Сегодня мы рады объявить уже по официальном запуске социальной карты «Приморец». Сегодня три банка, которые подсоединились к этому проекту, это Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Почтабанк, начинают выдачу карт. Карта «Приморец» – результат кооперации не только банков, но и бизнесменов. В числе партнеров – многие крупные торговые сети, магазины, аптеки и ритейлеры. Таким образом, карта «Приморец» позволяет со скидкой или другими преимуществами приобретать там товары. Эта карта дает скидку в размере 10% на все продукты, которые представлены в компании «Зеленый остров». Ограничений, в общем-то, нет. К социальному проекту пока присоединились 9 предприятий. Кроме вышеперечисленных, среди них есть и фитнес-центры, а также оздоровительные учреждения. Мы благодарим этих партнеров за участие. В дальнейшем список партнеров будет только пополняться. С нового года мы начнем осуществлять социальные выплаты на эти карты. Таким образом, карта станет не только скидочной, но и источником необходимых доходов для социально уязвимых категорий населения. Будет ли это работать так, как обещают власти, покажет время. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.